Спасибо. Обращение к театру на Подоле. Комментарий. Ребята, сегодня мы провели первую тренировку. За 2 часа, которые мы поиграли, мы поняли, что, к сожалению, вам капец. Капец им, капец. Лучше не выходите с нами на поле. Олег Николаевич, обращение к театру на Подоле. Хай. Я скажу вам, Виталий Ефимович, нажали. Шо? Кому сказать? Ну, в общем, это была команда театра «Колесо». Аптечку забрали? А? Аптечку. Спасибо. А вот, мы забрали его. Да, хорошо. Мы на окно здесь положим.